Звучит ужасно нелепо, но именно с Wi-Fi все и началось. Wi-Fi не просто необходимость, а мост между разными мирами. Арес и Дальго. Все мечтают быть такими, как они. Хоть мы с ними и соседи, мы совершенно не общаемся. Все еще на моем Wi-Fi? Думаешь, я не заметил, как ты меня преследуешь? Твой пароль читается почти как Арес, греческий бог. О, твой сосед. Думал, он повыше будет. И посимпотнее тоже. Мы-то знаем, что очень уж личные отношения, это не про тебя. Ты даже не в моем вкусе. Да ты в жизни не встречал девушек интереснее. Обожаю эту новую Ракель, которая ходит по клубам со сливками общества. Со мной такое впервые. Ты меня любишь? Прям влюбился? Не нужна мне твоя помощь.